среду в Самарской области облачно, местами осадки в виде небольшого дождя, 21-25, тепла днем, ночью 15-17, выше 0. Ветер северо-западный 2-4, порывы до 9 метров в секунду. В Сызрани тучи, днем плюс 24, ночью плюс 16 градусов, северо-западный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти облака, дождь, днем плюс 23, ночью плюс 17 градусов, северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, возможен небольшой дождь, плюс 22 в дневное время, ночью 16 градусов тепла. Ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 51%, температура воды в реке Волга 20,6, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.